От саме про евакуацію хотів би вас почути. Як сприяєте, як можете допомогти? Можливо, той, хто зараз з Маріуполя вас почує і звернеться по допомогу. Поясніть. Ну, к сожалению, я сомневаюсь, что из Мариуполя кто-то сейчас услышит. Дело в том, что наша организация «Братское сердце» с самого начала войны начала свою деятельность. И на сегодняшний день, в частности, людям получать информацию о своих родных и близких, даже в условиях отсутствия связи централизованной и интернет-соединения внутри города. У нас есть несколько инициативных групп, у которых есть генераторы, либо которые заряжаются от автомобилей, у которых есть возможность получить сигнал где-то на крышах, где-то знают они места, где можно получить сигнал, плюс есть райончик внутри города, я не... в целях безопасности, ну, мариупольцы знают о нем, но я бы не хотел об этом говорить сейчас. На общее обозрение. Есть места, где ловят связь, и от людей мы получаем информацию по состоянию инфраструктуры и делимся с родными, близкими, с миллионами людей по всей планете, которые на сегодняшний день переживают за судьбу Мариуполя. Насчет эвакуации, наша команда «Братское сердце», опять же, волонтерская организация, и ведет переговоры и с общенациональным Красным Крестом, и с Международным Красным Крестом, и с большим количеством волонтерских объединений. Но на сегодняшний день несколько договоренностей по «Зеленому коридору» и по «Бум-конвою» были сорваны, и, к сожалению, помощь не смогла дойти до города. Поэтому на сегодняшний день мы имеем страшнейшую гуманитарную катастрофу, которая заключается в отсутствии еды, в отсутствии воды, в отсутствии проточной воды, в отсутствии сигнала, в отсутствии интернета. Люди используют дождевую воду для своих гигиенических целей и разжигают еду на костре. Это в 2022 году. В 2022 году вчера был авианалет на больницу и на роддом, в котором родились дети. Рожались дети, которые еще не знают ни русского, ни украинского, ни английского, ни детского языков. Мы являемся свидетелями не просто проблемы Мариуполя, Украины. Мы являемся свидетелями проблемы общечеловеческого, мирового масштаба. Проблемы, в котором нету гуманности, слова гуманность, проблемы, в которой пропадает хоть что-то человеческое, пока разбивают, сминают в щепки крупнейший портовой город в Украине. В этот момент весь мир молчит. И наша задача на сегодняшний день, коль мы не можем завести руками и ногами эту пищу, это продовольствие своим родным, мы хотим, чтобы весь мир знал о том, какой ад на сегодня происходит в Мариуполе. Ми, власне, показуємо зараз ці кадри вчорашнього нещадного обстрілу лікарні пологового і той, хто... Ну, не знаю, кого вони можуть не пройняти. Вчора напередодні, зокрема, радник керівника Офісу президента писав, ну, скільки ще яких атак має бути, які кадри ще мають бути, щоб, власне, той же такий захід дійшов до закритого неба і закрив небо над Україною. Власне, я пригадую, що Маріуполь – ваше рідне місто. Важний момент, извините, що перебиваю вас. Важний момент. Люди безпечно думають, що... это где-то далеко. Мы точно так же думали, что это где-то далеко в Сирии. Знаете, мы точно так же думали, что это где-то далеко происходило в Ираке. И когда это пришло к нам, мы можем с уверенностью сказать, что на сегодняшний день ни один город, ни одно поселение мира от этого не застраховано. Если это происходит в Мариуполе, это может произойти завтра в Лос-Анджелесе или послезавтра в Осло. Если это происходит в нашем доме, это может происходить везде. Здесь, в центре Украины, в центре цивилизованной Европы, это происходит. Если люди моются дождевой водой и не могут выйти из-под артиллерии, то это может произойти в любом доме. И весь мир должен об этом понимать. Я пригадую, что Мариуполь – ваше, власне, рідне місто, и тому я розумію, наскільки зараз боляче дивитися. От по тому, як можуть оцінити масштаби руйнування. Все, что у меня есть, вся моя семья находится там, да. Масштаби руйнувань у місті зараз, до яких дійшли? От, можна говорити, що воно вже там, ну, буквально там, наполовину зруйноване? Чи скільки зазнало по руйнуваннях місто за ці два тижні? Ви розумієте, во-первых, ну, абсолютно ніхто, ну, точніше, не то, що абсолютно ніхто, мало хто говорить про Лівий берег, про Мангуш, про Старий Крим, про поселки, які вже дві тижні просто... истязаются боевыми действиями. На сегодняшний день по городу нанесены стратегические удары по инфраструктуре. Горуправление все разрушено, вся инфраструктура горуправления разрушена.
разрушен крупнейший Приазовский технический гуманитарный технический университет, разрушен ряд школ, больницы, то есть уничтожается инфраструктура. То есть я не понимаю, каким образом наш город, которым, вы поймите, для меня это еще личный шок, кроме того, что там находится вся моя семья, все, что у меня есть, они сейчас находятся там. И если бы не волонтерская деятельность, которой мы на самом деле стараемся, которые быть полезными другим людям, я не знаю, как бы я сейчас уже на все это реагировал. И как бы моя психика бы себя вела. Но кроме всего прочего, я не понимаю на сегодняшний день, что город разрушен настолько, что тяжело себе это представить, я повторюсь, в 2022 году. І загалом хотів спитати, от серед вашого кола волонтерів, ви як, власне, творча людина, співак, чи знаєте тих, хто з колег нині теж пішов до такої волонтерської справи? Ми знаємо багато, що багато співаків, чоловіків, зокрема, пішли в тероборону, ми частково, час від часу їх включаємо, а от волонтерять наші співаки-зірки, ви про кого знаєте, про кого можете розказати? Я на самом деле с момента, как включилась деятельность Братского сердца, я перестал смотреть новости. Я не знаю даже, что происходит по остальным частям Украины. Я сосредоточен полностью на Мариуполе. Полностью все мое время, каждая минута свободная и несвободная моих суток, она направлена на то, чтобы нести информационную, финансовую, гуманитарную помощь для Мариупольцев. Более того, на сегодняшний день совместно с Хмельницким центром тылового обеспечения та с главой Хмельницкой областной администрации Гамалієм Сергеем Вячеславовичем мы разом будем перевозить до 10 тысяч людей из Мариуполя до Хмельницкой области на мирной территории. Тому я на сегодня не маю часу просто слідкувати за іншими артистами, за іншими співаками. Я знаю, що в нас є задачі, які ми виконуємо, і до того моменту, як ми їх виконаємо, я не можу ні на що відволіктись.